Да. Когда твое путешествие неожиданно прерывается, это очень неприятно. Потому что что-то у меня с полуосью какая-то хрень. Еду 50 км в час нормально. Начинаю ехать где-то 60-70. Колбасит нереально машина. Вот сейчас примерно покажу как. О, пошло, поехало. Ну вот, врубил аварийку, доехал до Салазгрива. Чувака там одного встретил в сервисе, он сказал, полость доходит. Короче, на пердящем паре мчись домой, ремонтируй свою машину, запчастей у нас таких нет. И я как хренов эстет тянусь со скоростью 50 км в час с аварийками по трассе, чтобы добраться до дома. Я, конечно, если бы там 20 км было ехать, фигня, газанул бы, добрался бы по-быстрому. Тут такая ситуация, что до дома где там километров-то 160. Залил полный бак бензина, и на тебе мужской половой член по всей морде. Что делать? Не мой день. Надо относиться философски к разным вещам. Это, конечно, обидно. А что делать? Если рассматривать, что могло бы быть хуже, то, наверное, если бы данная ситуация случилась зимой при минус 30, это было бы гораздо хуже. В каких-нибудь гребенях встать и все. А так, на своем прекрасном аппарате учусь со скоростью 50 км в час до города, проживания места, так сказать. Ну, можно зато так, наслаждаясь, попить кофейка. Заварился я целый термос с утреца. В общем, весело. Печалька. Пятьдесят км/ч вообще, по идее, это большая скорость. Я как-то на 40 км/ч машину на Шротоста отправил. Это было в городе. Когда на трассе едешь, видишь, как люди, с какой скоростью едут, и как ты тянешься. Ай, да. Кажется, что вообще стоишь на месте. Селяви, что делать? Ребята, если вдруг у вас такая фигня будет происходить, ну что, дикая вибрация начинается там сразу, еще первым делом посмотрите колеса, прикручены ли они у вас. Я это все проверял, все было прикручено, все нормально, полуоси были прикручены, все нормально, шишек на покрышках нет, колеса целые, в том плане, что они не спущены. Залезли, посмотрели там по ходовой,
полуось возле коробки мокрая. Там граната, короче. Она тоже увлажнилась. Пыльник. Короче говоря, надо будет приезжать и вскрывать этот чирень. Как-то мне еще ехать. А сегодня 31 августа. Говорят, самый жаркий день, короче. Плюс 30 будет, плюс 31, что-то такое. Без 20:10 утра. Ладно, что делать? Берегите себя и ваш автомобиль.